Первый элемент западного моста выгрузили в Твери. Данное пролетное строение прибыло из культурной столицы Санкт-Петербурга, где произведут все конструкции для будущей переправы. За выгрузкой стартовой секции наблюдала наш корреспондент Наталья Федорова. Согласно производственному графику, который был утвержден с подрядчиком и заказчиком, в Тверь привезли первый элемент пролетного строения. Мост будет трехпролетный. Длина среднего пролета составляет 126 метров, а двух крайних по 99. Сейчас мы увидим первый блок, который весит около 12 тонн, длина его 12 метров. Будет объединен в коробчатую конструкцию. В данный момент мы монтируем его на стенд. Впоследствии мы его объединим в коробку и переместим на стапель. На предприятии «Стройметаллконструкции» для данных блоков изготавливают более 200 элементов главных балок, где каждый лист проходит несколько этапов обработки. Дробеструйная очистка, резка, сверловка, обработка кромок, стыковка, сборка, сварка и, конечно, покраска. Западный мост – это важнейший инфраструктурный проект не только для столицы Верхневолжья, но и для всей Тверской области. Поэтому прямо за моей спиной строительство идет полным ходом. Теперь каждый месяц из Санкт-Петербурга будут привозить 1000 тонн готовых пролетных изделий. Стоит отметить, что Западный мост станет важной транспортной артерией Тверской агломерации. Мост коренным образом изменит всю логистику Твери, перенаправит транспортные потоки, разгрузит центр города, обеспечит доступность медицинского кластера в районе Горбатки, где, кстати, сейчас полным ходом идет возведение новой детской областной клинической больницы.